Зато вот Жириновский, всеми очень любимый, понимает, что происходит. Да. Цитата его. Через 2 года все равно будет переворот, потому что коррупция страшная, у власти одна и та же партия, один и тот же лидер. И эта речь, как бы ни странно, не про Россию, а про Турцию. Да, ну, эти слова можно сказать смело и о России. Только 2 года – это очень большой срок. Мы как бы определили 5-го, 11-го, 17-го года. Так что для Турции, может быть, 2 года – это небольшой срок, а для нас – запредельный. Как думаешь, Жириновский в курсе, что он говорит про Россию? Ну, что ж, дурак, что, конечно, он все прекрасно понимает. Ну, должен там юродствовать. То есть он прикалывается таким образом, да, по-своему. Да, быть боевым клоуном там. То есть вы думаете все-таки, что он не пропил еще остатки интеллекта? Да нет, я думаю, что не пропил. У него человек все время в системе, он все время получает информацию, он все время ее перерабатывает, и даже если у него там интеллект стал значительно ниже, он все равно за счет опыта некоторые вещи может проанализировать.